Привет, с вами снова Жека, и мы на Патонге. Патонг — это шикарное место для туриста. Опять же таки повторяюсь, здесь вы найдете все, что вам надо. Вот. Хочу рассказать вам, не помню не точно, как они называются, какой-то бумщик такси или что-то такое. Вот, есть тут такие такси, они стоят приблизительно 800 бат. Но то, что мы спрашивали, 800 бат они хотят. Но если поторговаться, я думаю, на 500 можно сойтись. В общем, такая вот, смотрите, дискотека на колесах. Вот такой он. Они тут красные или желтые в основном. Тут можно компашкой сесть в него. В чем прикол? Прикол в том, что он быстро ездит. Громко играет музыка. Ну и можно посмотреть, как бы, значит, проехаться на нем, посмотреть или ночной, или дневной Пхукет. Вас покатают. Не знаю, насколько долго, мы его не брали. Врать не буду. Ну, вот есть такое тоже. Достопримечательность такая. Интересная. Вот, а мы идем дальше. Тут можно ходить долго. Есть все и на любой вкус. Вот вас могут замучить вот такие вот ребята, все дергают за руки, как не такси, так садись в бумчик, только бабки давай. Будут дергать налево, направо, вы главное улыбайтесь, говорите good, no, и все. Ну, пока, до следующего выпуска.